Добрый день, дорогие друзья! Это воскресенье знаменуется тем, что новое московское дерби, первый официальный матч ЦСКА и Руны. Все готово к началу матча. Совсем немного. Ну, интересная статистика, что ЦСКА еще ни разу и вообще не собирается проигрывать на выезде. Об этом сообщает Амат Эмбаев. Хотя в предыдущих атаках себя проявил успешно. Илья Попов блокшот получает. Будет здесь решать. Показывает, что здесь есть комбинация под Кирилла Савина. Второе дальнее попадание. Отлично закрывает четверть Руна. И легко реализует свое преимущество под кольцом. И очки из краски. Хо-хо! Но вот супер момент. Первый. Каждый следующий. Его передача, он всегда обостряет. О-хо-хо! Вот это не в моем доме, что называется, не на улице Лавочкина. Всегда не быстрые ищут они размен, мисс-матч. И вот они его нашли. Не часто Тони Джикири вот так вот с мясом забивает в идеальных условиях. Как минимум 4. Вот так вот Алекс Таюс. Первый его полет над гнездом ЦСКА. Тот же Амат Эмбаев, несмотря на 4 фола, вот он, дан которого мы не досчитались в предыдущем эпизоде. Заслон получает ВР, идет внутрь. И считать, показывает Алексей Давыдов. Будет победителем первого официального матча Руна ЦСКА. Мэл трибл, скидка на Остапковича, какая же грамотная! Остапкович набирает эти 2 очка. Сразу и, возможно, мы увидим данк, да! Самсон Руженцев наконец-то расправил крылья, как и ЦСКА, который этот матч оставляет за собой.